Прямо сейчас историческое событие происходит. Первое воздушное судно касается магистральной рулежной дорожки в аэропорту Красноярск. Это самолет Boeing 747-400, самый большой, который приземляется у нас в аэропорту. Всего 5 месяцев назад на новую магистральную рулежную дорожку опустились шасси самолета. А уже сегодня пассажиропоток Красноярского аэропорта увеличился в несколько раз. Если мы посмотрим 2019 год, то по итогам 2019 года у нас было обслужено порядка 20 тысяч именно транспортных пассажиров, то по итогам 2021 года уже 117. То есть в 5 раз увеличился у нас пассажиропоток транспортных пассажиров. Необходимость в рулежной дорожке возникла еще в 2018 году. Для того, чтобы развивать крупный аэропорт в миллионном городе, нужно было не только увеличить пропускную способность терминала, но и взлетно-посадочные полосы, чтобы сократить время ожидания людей до вылета и после прилета. Построили МРД всего за 2 года. В ее основе самые прочные материалы. Это позволяет проезжать по ней даже 400-тонным Боингом. Магистральная рулежная дорожка представляет из себя 2 слоя бетона, тощего и марочного, общей толщиной более 60 сантиметров и более полуметра подстилающих укрепленных слоев. Также обустроена площадка для противообледнительной обработки, которая позволяет в оперативном режиме обрабатывать воздушные суда противообледнительной жидкостью, а также обустроены локальные сооружения для сбора проливов ПОШ, тем самым снижая экологический вред и позволяющий утилизировать отработанную противообледнительную жидкость. В планах аэропорта совершать посадки и взлеты еще чаще, каждые 5 минут. Это не только комфорт пассажиров, но и развитие экономики и туристической сферы. А еще в планах ремонт перрона и строительство заправочной станции для самолетов.